быть по решимости приблизить новые победы. На фоне этого Финянец на стадионе 1 мая в торжественной обстановке состоялся новогодний гала-концерт. Стадион был охвачен гордостью и восторгом зрителей, которые с наслаждением вспоминают классные результаты уходящего года, когда преодолели все трудности, крепко сплотившись вокруг трудовой карты горы единой мыслью и добились потрясающих успехов. Фигуристы, циркачи и любители фигурного катания готовили популярные искусства и красивые и тонкие приемы на льду, что предвещало оригинальное начало новогоднего концерта. Авторитетный отряд барабанщиков удваивал праздничное настроение своими бодрыми пассами. Была церемония поднятия государственного флага Крымской Народной Демократической Республики, великого нашего государства. Все зрители воздали почести священному государственному флагу. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель Государственных дел Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын посетили концерт вместе с кадрами партии и правительства. По торжественной мелодии Ким Чен Ын вышел на трибуну со своей любимой дочерью и супругой. Весь стадион был охвачен большим восторгом. Все участники во весь голос слушали его в классе «Ура», взирая на генерального секретаря Трудовой партии Кореи, который выдающимся руководством и политической способностью поднял государственный мост и пришивший публики на небывалую высоту и открывает новую эпоху бурного развития. Он является символом могущества и героя классической Кореи, святой представитель великого достоинства и чести. Ким Чен Ын отвечал на ликование людей, маша им рукой, послал теплый новогодний привет всем зрителям и всем любимым жителям страны. Сейчас им Новый год. На трибуне заняли место члены президиума Политбюро Центрального комитета трудовой партии Кореи Ким Дон Хун, Чо Йон Мон, Чо Рен Хе, Ли Бен Чор и другие руководящие кадры партии и правительства и кадровой работники вооруженных сил.